здравствуйте и добро пожаловать обратно в Battlefield 1942, дорога на Рим на канале Last of Warrior. На этот раз тоже карта горная, но немного другая, Монте Санто Кроче, если Google и интернет мне подсказывают произношение правильно. Карта с одной стороны простая, с другой стороны сложная, потому что можно уменьшать тикеты врага только путем лишь и удерживания точек, причем не всех, а только где-то больше половины. Но, как вы видите здесь, точек, хотя и много, они все сосредоточены в одном месте. И кроме того, у немцев уже одна она есть. Так что им в компании с этим джипом будет довольно просто захватить все оставшиеся. Так что мы будем их отвоевывать, конечно. Но первоначальный такой выгодный момент у них действительно есть. Я пытаюсь быть медиком. И, может быть, даже мне повезет что-нибудь подхватить. Я вообще в это не особо верю, но, знаете, всякое бывает. Так что это, конечно же, не исключено. Давайте пусть они взлетят, а то мы столкнемся иначе. Боты довольно тупые, поэтому сами они пропускать особо не будут. Этот товарищ решил прокатиться, что называется, на капоте, если, конечно, у танка он есть. А здесь вы видите тот факт, что мы, собственно говоря, идем параллельными дорожками. Собственно, по карте это заметно. У врага уже две точки, что неудивительно. Обе наши исходные базы не захватываемы, так что это в некотором смысле облегчает занятия. Этот товарищ все еще едет, чему я удивлен. Ну ладно, едет и едет. Мне ж не жалко, в принципе, только чтобы он не огнулся, так сказать. Не загнулся. Одно из двух. Оба варианта ведут к печальным последствиям, но пока что я хочу захватить хоть что-нибудь. Не, как насчет? О, да, это хорошо. Теперь мы попробуем это счастье захватить. Отлично. Не хватало только этих товарищей. Мне, конечно, из пушки будет сложновато что-либо сделать. Так. И так. И попробуем этого товарища тоже отправить на тот свет. Молодец. Ну, а я пойду в другом направлении. У нас тут тоже затесалась небольшая точка, ремонтная база такая. Как видите, они все, хотя и находятся рядом, но они не все одинаковые, по назначению различаются. Так что это стоит учитывать. Здесь, например, я не вижу, что... А, нет, подлечиться можно, только с другой стороны и на открытом месте, что, конечно, не особо замечательно. Давайте мы перезарядимся, раз уж у меня меньше половины обоймы. Есть... И попробуем чего-нибудь захватить, например, что-нибудь находящееся здесь, поближе к центру, откуда уже можно будет развивать наступление. Счет 2-2 идет неплохо. Посмотрим, что будет дальше. Ах, да. И там один наш есть. Не факт, что у него удастся захватить все это счастье. Может и удастся, посмотрим. Хорошо, с одной стороны. С другой стороны... Они давят на нашу ту точку. Нет, ребята. Можно я вас? Да, похоже, можно. Отправлю на этот свет, и эта точка мне самому очень даже нравится. Давайте мы не будем терять времени. Вместо этого попытаемся добраться до флага. Слышны наши пролетающие, проползающие, проходящие единицы техники. Давайте попробуем что-нибудь типа этого. Теперь мы можем подлечиться и попробовать подойти поближе. В принципе, да. Я не уверен, что танки эти, не танки, а самоходки, будут нам хорошим подспорьем, поскольку дело такое, что повернуться там особо не повернешься.
Смотрим, успею ли я зареспавниться здесь. И мы остаемся в меньшинстве. Любопытно. Надо будет как-то прорываться отсюда. Ну, по крайней мере, наши начинают брать танки. Что уже неплохо. Надо отрезать этих товарищей, чтобы они не могли так уж сильно нам палки в колеса ставить. У-у-у, да, это нехорошо. Давайте тактически отступим. И уже переломили мы ситуацию в свою сторону. Как насчет этого? Я, правда, не уверен, что я в ту сторону кидаю. Да, сторона вполне подходящая. Хм, похоже, неудачно я кинул гранату. Ну ладно. К счастью, тикеты у нас минимальные, так что это небольшое дело. Давайте пойдем дальше, но на этот раз в эту сторону. Ненадолго. Так, 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 так. И мне слегка помогли. Это всегда приятно. Получить некоторое количество помощи. Посмотрим, как они там будут распавниться. Дело это происходит довольно быстро. Я практически наверняка не успею захватить все это хозяйство до того, как они это сделают. Но этих двоих я уничтожу. Здесь у нас броневичок небольшой. Давайте немного подлечимся на халявку. Да, теперь дела обстоят совершенно более другим образом. Более хорошим для нас. Это у нас продвижение вперед. Дайте я как пробую сориентироваться. Да, это точки. Последние две. И одна из них немецкая. Посмотрим, удастся ли нам немножко понаглеть. Пока что дела обстоят не так уж плохо. Конечно, это точно находится небольшой ремонтный пункт. Я так понимаю, тоже симметричный более или менее. Но он находится слишком близко к мостам от их незахватываемой базы. Так что здесь я надолго останавливаться не собираюсь. Но вот туда передосылаться было бы любопытно. Этот товарищ на меня совершенно не обращает внимания. Но зато я на него внимание обращаю. Попробуем мы где-нибудь сбоку шифроваться. У-у-у, как нехорошо. Да, действительно. Наши дорогие друзья. Сбоку, что ли? Снайпер, да. Снайпер сносит много здоровья сразу. Стреляет не очень быстро, но если попадет, то попадет. Наши точки пытаются потихоньку отбивать. Это неудивительно, учитывая, что часть наших точек находится прямо у тех мостов. Теперь уж они наши. Тем не менее, давайте остановимся вот здесь. Попробуем предпринять дерзкое наступление. Конечно, в одиночку мало что можно сделать. Но мы попытаемся, поскольку ждать просто так, это не очень хорошо с точки зрения геймплея. О, как раз то, что надо. И, конечно, они могут зареспавниться в очередной раз. Обходят они нас стороной. Но мы им тоже делаем кое-какие подлянки. Хорошо, и попробуем развернуться и попробовать захватить теперь ту тачку, ту точку, которую я вижу, у нас броневичок уже устремляется. Здесь особо задерживаться не стоит. Конечно, ее отобьют довольно быстро назад, но это, так сказать, меньше из двух зол. Меня больше интересуют те наши позиции, которые несколько удалены и которые, в общем, можно как-то хотя бы оборонять примерно. Так. И сюда. Чуть подальше, а то ведь они здесь будут спавниться, если что. Уже не будут. И вот какие у нас друзья.
можно я все-таки убью? Да, на это ушло почти 10 миль. С парашютом. Как любопытно. И следующим нашим друзьям нужна помощь. Остался ли тут мой джип? Остался, значит хорошо, можно будет поехать туда, на передовую, которая у нас, в общем-то, в тыле расположена. Пока все дело драматически не перетекло обратно. Конечно, у них только 30 тикетов, но с другой стороны, хочется получить довольно-таки, если не полную, то хотя бы крупную победу. Хорошо. И обратно, более или менее. Наступление не наступление, но тем не менее как-то прошествовать вперед. Смотрим сюда. Аккуратно прослайдимся. И это меня, в принципе, устраивает. Дальше, если хочешь есть сам. Это ж надо. Парашют я, конечно, не успел включить. Я думаю, что нужно какое-то расстояние, чтобы его включить. Но это все было довольно любопытно, не так ли? Можно ли кого-нибудь еще таким образом? Можно его, но это похоже наш. Там далеко летает. Да, как раз вокруг. Кого-нибудь я вижу из них? Отсюда? Нет, вряд ли. Они находятся там. А в этого товарища я просто не попаду. А вот он меня попадет. Тем более таким арсеналом. Но, тем не менее, этого было достаточно. В этот раз мы победили довольно-таки неплохо. 118 против 0. Умер я целых 3 раза. Но зато врагов свел в могилу целых 19 штук. Конечно, 35 очков. Ну, за счет того, что мы постоянно то теряли, то вновь захватывали точки. Так что это несколько раздражало, но было скорее такой незначительной проблемой, требовавшей только быстрого перемещения между этими самыми точками контроля. И если вам понравилось это видео, вы можете всегда нажать на кнопку «Нравится», можете поделиться этим видео в соцсетях, подписаться на мой канал «Last Hawaii» по-русски, и увидимся в следующий раз. Спасибо за просмотр, и да, на следующей неделе новое видео.